Так, всем доброе утро. Вспомнила я про свою гейзерную кофеварку. В общем, сейчас буду в ней варить кофе. Вот здесь вот молотый Бейлис с ароматом Бейлис. Какой-то ароматизированный кофе. Его сразу мне помололи в магазине. Так, а здесь вот она состоит из трех частей. Вот здесь вот будет кофе. Вот сюда мы заливаем воду. Вот сюда засыпаем кофе. Воды наливаем по... чтобы вот этот пыптик для отхода пара был открыт. То есть вот тут вот вода, его, если честно, снутри видно. То есть, ну, там стоит, да, такая штучка. В общем, сейчас не видно, но снутри его видно. В общем, воды до него наливаем. Сюда теперь 2 чайные ложки кофе. Ой. Так. Так все распределяем и ставим на огонь. И, в общем, смотрим. Вот эту штуку открывать уже попозже, когда все звуки прекратятся. Когда начнет вода здесь закипать, то будет звуки, ну, прям такие бурлящие, да? Когда начнется тишина, то все, значит, все выкипело, и весь кофе будет тут. Так, ну что, кофе готов. Все тут, все как надо. Сейчас сахар добавлю, с молоком буду пить, как всегда. Но запах уже супер. Только нужно аккуратно, бывает, прям капает. У меня прям полкружки кофе и полкружки молока будет. Слушайте, сижу, я вчера увидел эти нарциссы и сказал, кто тебе подарил нарциссы? А они же искусственные. Представляете, какие здоровские, да? Только здесь какие-то вот пятнышки, я не знаю, это или я не досмотрела, или они такие были, или я их уже где-то вымазала в машине, не знаю. Но, в общем, они точно как настоящие, потому что они не все одинаковые, и с вот такими пятнышками тоже бывает. Но мне очень нравится. Осталось еще отрезать, ну, чтобы здесь 5 веточек, чтобы было, ну, по одной, в общем, чтобы красиво смотрелись, а то они так как-то кучкой. Но я этого не могу сделать, потому что здесь металлический каркас. Я вот отрезала высокую эту ножку, здесь еще было, не знаю, 15 сантиметров. И тут, видите, металл. То есть тут тоже внутри металл, поэтому трудно все резалось, пилилось просто. И Сержуня потом все мне отрежет, но я балдею от них. Так, у нас тут английский полным ходом, нужно нарисовать рисунок. И написать, как зовут человека и из какой он страны. Вот мы выбрали уже страны и нашли имена их, ну, которые встречаются в этих странах. У нас же не может быть, например, американец Вова, да? У нас будет российский Вова. Из Франции будет Мишель, из Японии Мото, из Рима, ну, из Италии, да? Это Индиана. Андриана Джонс. Да, и из Америки Джонс. Так, все, ты написал I am from Russia, да? Ну, только сначала, наверное, пиши, как меня зовут. Ну, я так и буду. Сначала вот здесь смотри. Давай паспорт. В ЗАГС. В ЗАГС поеду. Разводиться. Мама, ты рублей получать, да? Да нет, поедешь показывать же сейчас Динску и папин паспорт. Сейчас поедешь. Ну, сейчас я покушаю, оденусь, ну да, надо поехать. Так, а я обедаю. Опять доедаем борщ с галушками. Паспорт Сержунин взяла, поеду сегодня Динску показывать его оригинал. Так, а я уже не успела заснять, как там сороки улетели. Так, я уже в Динской, неужели сразу было парковочное место возле... возле площади, в общем, фонтанной. Потому что вообще нет парковки. И возле школы, где там переход, возле 4-й, аж прям, знаете, мини-пробка вообще. Я совсем забыла, мне же еще нужно картридж забрать. Круто, что я вспомнила, а то бы вообще уехала домой и забыла. Так что сейчас картридж заберу, потом пойду, покажу паспорт и домой. Круто, я уже иду обратно, а тут что-то типа снега мокрого идет. Классно. Погода прям вообще супер. Так, все показала. Всем паспорта показала. В фикс-прайс еще зашла. Сейчас домой приеду, покажу. Там на самом деле ничего особенного не купила. Но, блин,
Все равно интересное что-то детям. Там, мне кажется, для детей куча всего. Вот, сейчас еду домой и включаю себе слушать аудиокнигу. Вот, какую-нибудь любую, но вот, в общем, интересно иногда послушать умные мысли. Гляньте, я еду, такое же в Динской начиналось, когда я шла, а сейчас уже в Красносельске тоже вот такая вот крупа сыпет. В общем, вода замерзшая какая-то идет у нас. Как дела? Как тебе погода? Первый день весны, да? Со снегом. Знаешь, какой хитрый. Я рубашку переодел, а саму физкультурную оставил. Гриш, ну и что, это нормально вот это? Да. Ужас. И как ты сейчас пойдешь подстригаться в таком виде в рубашке и физкультурных штанах? А никто не заметит. Гриш, ну это ужас. Поехали подстригаться. Я просто забыла. Ага. Да? Гриша подстригся. Дай посмотрюсь. Тебе нравится, сына? Только здесь что-то непонятно. Ну, потому что ты шапку одел, конечно, непонятно. Черная. Боже, меня тут уже стреляют, а пока... Так, ну я в садик туда пошла, ты сиди, хорошо? Так, ну что, рассказывай, сына. Где твой? Сейчас поищем. А, уже были открытки к 8 марта. Я сам написал вот. А, вот твоя, да. А ты даже написал марта? Я сам написал. Да. Мне не надо доктору писать. Да? Так, мы все с покупками. Я в магазине. А? Давайте кто-то открывает дверь. Афанасий, ты нам открываешь двери. Все заняты одна с яйцами со сметаной. Я с яйцами со сметаной. Полотенцами наполовину с туалетной бумаги. Это полотенце, это не туалетная бумага. Если разрезать... Но некоторые берут ее, да, распиливают. Все, Афанасий, заходи. Все да, хорошо, спасибо. Да. Как от Сержуни, как ничего не забывать, что тебе нужно купить. Это вот так вот у него на досточке. В общем, солнце здесь светит. Вот. Записывать все, что нужно, а потом просто фоткать, когда едешь в бау-центр или куда-нибудь. И покупать. Так что вот сейчас буду Сержуню фоткать. Он поехал в бау-центр после работы. Это Антоша уже покупки из фикс-прайс показывает. Но я не знаю, буду ли я их клеить на ногти, смогу ли я эти стразы наклеивать. И мне надо. А тебе зачем? Да, на нос. А так собирай вот это, покажи, что мама купила. Нет, это вам играть. Вот такую штуку собирать. Почему? И это вам тоже. Покажи, это что-то магнитное. Давай, а Григорий тебе поможет, хорошо? Да, это что-то магнитное собирать. Покажи, Антош. А ты знаешь, что это, да? Я смотрел, смотрели. Вот, шарики магнитные. И из них можно делать. Да, я посмотрю. А, это все из магнитиков, да? Все вот эти части, это магнитное, да? Да. А, и шарики, вот оно все, да? Да, мам. Так, что еще купили из фикс прайса? Что? Фэри. Сейчас. Фэри, Григорий, поставьте фэри. Туда, где я мою посуду. Что еще купила? Палочки. Вот эти мне точно нужны, но я надеюсь, что они нормальные. Ну, мне кажется, палочки, они и в Африке палочки. И вот эту штуку. Не знаю, зачем. Зачем я это взяла, но посмотрим. Так, это все мне. Все мне. Здесь картридж сейчас пойдем вставлять. Это тоже с фикс прайса салфет. Ну, полотенца бумажные. Так, пряников купила мятных. Сахарной пудры много и колбасы. Смотрите, можно вот такой, а можно вот такой сделать. Гриша сейчас будет... О, давай вот этот. А, ну и вот здесь есть такой, да? Да. Давайте вот этот, он даже шкур ручного слоя. Шарики. Ой, валики. Подожди, давай пока без шариков. Шарики попозже открываем. Давай сначала соберем дорогу для шариков. Ой. А? Ну сейчас посмотришь, они, посмотри. Наверное, ну да, давай это смотреть. Ну да, или просто вот тут вот по цветам смотри и все. Смотри, или как, тут может две можно было купить, да, чтобы большое было? Смотри, вот.
Магнит. Ну смотри, Григорий. А это уже. Давайте. Так, ну что, сейчас буду расписывать пряники. В основном нужно лица дописать. Я, наверное, пятерочку трогать не буду. Она, в принципе, мне и так нравится. Не хочу ее ни черным обводить, ничем. Мне нравится она и такая. А вот лица, конечно, нужно и вообще самих героев немножечко украсить. И здесь ротики тоже дорисую. Тоже никак обводить особо не буду, потому что это детский тортик, не хочется черного цвета. К нам бабушка с дедушкой приехали. Афоня, кто к нам приехал? Как его зовут? Дедушка Сяся. Мама, я год. Теперь все играют игрушки из фикс прайса. Да, ну что с фикс прайса так? Я сделала роликов. Ну, по-моему, для первого раза неплохо. Смотрю, мужик закрывает, на прицеп. У нас проблема была, да? Какая у нас проблема? Покажи. Потеряли красную икру, да? Да, она тут была. Это ужас какой-то. Афонька потерял красную икру. Ну все, пошли кушать. Я пофоткала пряники. Не видели. Нет, еще мам, я не выставила. Ну, а ты не выставила, Вера, я не вижу. Ты хотела посмотреть? Боже, все в гаджетах. И я с гаджетом, и Сержуня, и бабушка Инна даже. Афоня, а ты чего без телефона? Купят тебе, когда ты в школу, да? Правильно. Так, я приехала до родни. Сейчас будем Маргарите делать из вот такого фатина ободок, потому что у нее завтра день рождения в стиле троллей, да? Мы уже сделали на торт все. Будем делать... Салатовый или светлый? А покажи. Салатовый. Я думаю, что поярче. Есть тут у нас... Вот у нас есть фетр для листика. Нам нужно... Я думаю, что вот такие... А можно и такие, и такие. Нет, я хочу вот такой. Вот такой хочешь? Вот такой будет. Ну, я думаю, что голубенькие же там цветочки. Да, подай. И зелененькие там немного. Голубенькие. Я бомбоначек. И небо. Так, Зоя, посмотри на меня. Ты аж три ободка одела. Классическая музыка. Все для Коли, да? Слушать будет Калинчик наш. Ты моя красавица. Такого тролля, да? Моя красавица. Нарядилась, да? Да. Все для сестры, да? Потому что у кого там день рождения? У меня. Я думала, у твоей сестры. Не, ну Маргожа сперва. И у меня. А у тебя, а потом у кого? У Афанасия. А Антонио еще у нас. Антонио хоть лето. Ты мой маленький мальчик. Так, вот такой вот получается ободок. И сейчас здесь еще будут цветочки голубенькие. Три штучки. Так, а мы делаем торт Маргарите. А дезодорант бабушке подарить. Так, сейчас будем уже троллей ставить. Тролль. Какая красота на улице. Сейчас идет этот. Крупа. Тут видно, тут плохо видно. Тут не видно. Вот она какая красивая. Так, заключительная серия этой кровавой барыни. Конечно, интересная. Прям оказалась очень интересная. И снято очень здорово.